Для чего сокращается показ иностранных фильмов? Возможно, для развития российского кинопроизводства. Все фильмы, которые мне нужны, я могу скачать. То есть меня это ограничивает показ, это в кинотеатрах. Но не доступ же ограничивается, правильно? Ну, я думаю, с нынешней ситуацией, наверное, политической. Но мне будет неприятно, если у нас будет меньше иностранных фильмов. Да, я согласен абсолютно. Почему? Ну, потому что для отечественного кино это хороший, это, так, ну, толчок. Как вы думаете, для чего делают это власти? Власти, ну, потому что там вообще иностранное кино, оно же, как бы, менталитет другой у народов. Вот. А люди смотрят иностранное кино, им только мозги пудрят. Должно быть, как бы, так сказать, патриотизм в русском кино, чтобы не мешали русскую душу с иностранным менталитетом. Вот. Мне нравятся иностранные. А как думаете, для чего Россия это делает? Не знаю, в связи с обстановкой, наверное, то, что сейчас происходит, что Америка на нас тут. Не знаю, честно. Я этим особо не интересуюсь. Не имеет значения для меня, в общем-то. А как вы думаете, для чего они это делают? Ну, скорее всего, чтобы общественность не представляла, что происходит за рубежом, возможно. Не знаю. Мне кажется, что у их режиссеров, наши режиссеры могут многому научиться, скажем так. А как вы думаете, для чего Россия это делает? Не знаю, честно. Может быть, наверное, вот эти вот дешевые фильмы, которые сейчас выпускают с медийными лицами, чтобы они покупались больше, наверное, так. А зачем мне нам нужно? У нас своих должно быть запасников полно. Есть старые отличные фильмы. Почему их не показывают? Я, например, вот эти вот какие-то вот, когда детские, я не знаю, что там, какие-то пузатики прыгают, черти что. Хорошие были детские передачи раньше. Вот этот вот «Заяц, погоди», когда я что-то Попанов там участвовал. А сейчас, я не знаю, мне это неинтересно. Ну, есть же хорошие иностранные фильмы, жалко, если их не будет. Как вы думаете, почему так выступает власть? Ну, может быть, это с геополитической ситуацией связано. С какой ситуацией геополитической, скажите? С последними событиями. С какими? С отделением Крыма, с присоединением, вернее. Ну, есть хорошие фильмы, есть плохие фильмы. Значит, хорошие надо оставлять, а плохие вообще не показывать. А как вы думаете, для чего это делается? Как для чего делают? Для воспитания молодежи в духе эстетики. Для чего наши власти хотят убрать из проката именно иностранные фильмы? Власть никак не может убрать. Вы знаете, это провокация. Власти в этом отношении никогда такие вещи не сделают и не посоветуют. Это просто провокация. До свидания.